предыдущем видео мы определили ваш верный размер бюстгальтера. Давайте поговорим о том, как же правильно его надеть. И если вы надеваете бюстгальтер в первый раз, отрегулируйте длину бретелей на полную длину. Держите бюстгальтер прямо перед собой. Немного наклонитесь вперед, так, чтобы грудь полностью заполнила чашечки. Затем заведите концы бюстгальтера за спину и застегните бюстгальтер в самом свободном положении. Убедитесь, что бюстгальтер идеально прилегает к коже. Проведите пальцем по внутренней стороне пояса бюстгальтера сзади. Нигде не перекручивается и нет складок. Кроме того, вам нужно проверить, что пояс бюстгальтера расположен параллельно полу. Лучше всего, чтобы он находился под лопатками. Зафиксируйте рукой основание чашечки, где находится косточка. Затем поправьте грудь, как бы собирая ткани молочной железы от подмышек в чашечку, так, чтобы чашка оказалась полностью заполненной. Это нужно делать независимо от того, какой у вас размер груди. При этом ваши соски должны располагаться в центре чашечек. Слегка наклонитесь вперед, удерживая руками косточки. Немного подвигайте бюстгальтер влево и вправо. После этого, как только вы выпрямитесь, грудь идеально разместится и приподнимется в чашечках. Убедиться в том, что бюстгальтер сидит правильно, можно, надавив на косточки. Они должны располагаться на грудной клетке, а не на груди. Выпрямитесь и отрегулируйте длину бретелей. Бретели влияют на поддержку и посадку бюстгальтера, поэтому они должны сидеть хорошо и комфортно. Со сложностью регулировки бретелей вам придется столкнуться только при первой примерке бюстгальтера.